Интересную заявку получило наше производство. Нестандартная задача для наших специалистов. Но когда это нас останавливало? Заказчику нужен экструдер для древесных опилок. Наши конструкторы разработали экструдер в специальном исполнении для переработки древесных опилок. Все-таки опилки – сложное сырье, поэтому необходим особый подход. Подача сырья в ствол экструдера осуществляется сбоку. В бункере установлены два ворошителя для того, чтобы избежать зависания продукта. Главная особенность заключается в стволе экструдера, но это уже секрет фирмы. Заказчик приехал, чтобы протестировать новую модель экструдера для опилок. Опилки каких пород деревьев и для чего можно использовать именно экструдированные опилки? Это опилки хвойных пород деревьев, сосна, ель. И они имеют повышенное содержание лигнина в своем составе. И при экструзии раскрываются клетки биологические и выходят оттуда все вот эти сахара и используются как добавка к корму козам. Это такой как бы рыночный запрос был от фермеров в Томске. Интересно. А почему выбрали именно нашу организацию для разработки экструдера для опилок? А потому что никто больше не делает. Понятно. То есть есть еще одна какая-то компания здесь в Волгограде, забыл как называется, но вот ваша компания пошла нам навстречу и все вроде получилось. Сейчас будем запускать, смотреть. Результат получился на ура, что подтверждает отзыв. Впечатление хорошее, видно, что результат есть. Я так понимаю, осталась небольшая техническая доработка самого аппарата. И, в принципе, аппарат готов к отгрузке. В планах, так уж секрет открою, есть желание заказать еще один. Вам интересно экструдирование опилок? Звоните, у нас есть готовое решение.